с березой дом. Как вам? Дом с березой. Вот такой вот. Раскрасавец. Раскрасавец. Береза, белая береза. Вон там чего-то ветки потерялись. Зашли. Направо у нас будет кабинет. Кабинетик. Налево столовая. Здесь мы идем на кухню. Тут шкафчик. Любимый моего папы. Он тут все хранил. Так, здесь будет стоять холодильник. Вот такая распрекрасная стеночка. Здесь в коридор, в общий коридор. И поднимаемся на второй этаж. А здесь мы все еще дополнительно храним баночки. Баночки очень любят. Так, эту сторону я показала. Теперь другую сторону показываю. Здесь столовая на каждый день. И жилая комната. Или наоборот. Или наоборот. С камином, с красивым. I will forget everything. Это, наверное, у нас все-таки master bedroom будет. Большая. Такая, хороший пол здесь. Да, вот она такая комнатка. С ванной. С раковинкой. С двумя. Здесь у нас туалетик. Здесь душик напротив. Вот такой хороший душик. Здесь у нас все. А в гардеробную через ванну. А так. Гардеробная очень большая. Она очень большая, но входа из спальни нет, только через ванну. Интересное кино. Бывает и такое. Я просто никогда не снимала и внимания не обращала. А теперь вот снимаю и буду обращать на многое детали. Оказывается, есть смысл поснимать кино. Многому сам научаешься. Здесь у нас лондри. И со стойком гладильным. Представляете? Красотень какая. Здесь у нас выход туда, в коридор. Здесь мы в гараж, по-моему, заглядывали уже или нет. А, заглядывали. Здесь побольше гараж, чем обычно. За счет того, что вот здесь вот такой еще дополнительный участочек. Там гараж на две машины. Когда поднимаетесь на второй этаж, то здесь вот такая общая комната. С диванчиками будет, с креслицами совсем на свете. И три спальни. Одна спаленка вот здесь. Вот такая вот спаленка. Со своим туалетом, унитазом и душем. И душем, то есть полностью своя комнатка. И хорошая вот такая вот walk-in. Очень даже приличная, просто у меня почему-то не входит она за дверью. Вот еще там раз такие хорошие полочки. Так, а здесь все для ванны хранить. Или для чего-то хотите еще. Так, вот такая вот одна комнатка. И две спальни у нас по другой стороне. Я думаю, что там электрическая. Какая-нибудь. Это чердак. Это чердак. Можно еще одну комнату смело делать. Так, и здесь две спальни. И они примерно одного и того же размера. А вот шкаф здесь. А вот шкаф здесь другой. Здесь вот таких две двери. Ага. А шкаф вот такой. Он, конечно, в него войти можно, но вот такое вот всего расстояние. То есть, ну, ребятишечкам-то маленьким более чем. Хотя у них тоже барахла. Мама дорогая. Мама дорогая. И вторая такая же комнатка. Только у нее будет, наверное, побольше.
побольше. Вот это вот гардеробная побольше, конечно, чем там. Walk-in. Мои вот примерно такие. И как бывает, вот они делают общий санузел. У каждого своя раковина, общий туалет и ванная комната. Закрывается изнутри. Имеются полочки для душа. И вторая раковина. То есть мы про это уже говорили. Вы раковину можете пользоваться всегда. Это вот на эти две комнаты. А туалет и ванна у вас, в зависимости от того, открыта или закрыта дверь изнутри. То есть они заходят со своей стороны, закрывают дверь изнутри. И все. И все. И никто туда не войдет. А мы пошли вниз. Из Лондона мы пошли. И здесь вот еще один туалетик. Вот с такой нишей для унитаза вырубленной. Вот заклеена обоями. Меня это просто радует. А американцах именно это может оттолкнуть. Скажут, надо отдирать, надо красить все в однотонное. А для меня, ну, прямо праздничный туалет. Прямо праздничный. Ну, и вот она, лесенка, кухонка и дверь на выход. Стоимость дома 260 тысяч, 4 спальни, 4 ванны, 3295 квадратных футов, что равно 306 квадратных метров. Я даже не почувствовала, что он такой большой, а когда он был построен, что-то я не вижу.